Здравствуйте, в эфире выпуск. С вами Ольга Илларионова. И о главных событиях к этому часу. По данным Минздрава Палестины, в результате авиаударов израильской армии Цахал в секторе Газа погибло около 40 тысяч человек. При этом пострадавшими числится более 90 тысяч человек. Накануне стало известно об атаке Тель-Авива по южному пригороду столицы Ливана Бейруту с целью ликвидации одного из высокопоставленных военачальников радикального движения Хизбалла. Такой агрессивный политический курс Израиля может привести к началу очередного военного конфликта на Ближнем Востоке, отметил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Да, большая война возможна в случае реального вторжения Израиля в Ливан, и Иран, наверное, не останется безучастным, и, наверное, на полях инаугурации будут обмены мнениями по этой самой сегодня актуальной ситуации в регионе, самой болезненной и кровоточащей. Вместе с тем, мы должны понимать, что все стороны высказались за политика дипломатическая, давайте скажем так, урегулирование ситуации. Конечно, мы осуждаем удар по Мадждаль-Шамсу, по голландским высотам. И, конечно, в этой ситуации необходимо сделать все возможное и невозможное, чтобы удержаться от той самой большой войны, которая уже, по сути дела, ее ощущение висит в воздухе. Мы вместе с тем должны понимать, что это может быть война надолго, и в сочетании с трагедией в секторе Газа мы должны понимать, что эта ситуация будет деструктивной не только для региона, для всего мира. И нужно действительно в эти дни делать все для того, чтобы удержаться от дальнейшего разрастания военного противостояния. Уверен, что стороны конфликта, видите, и наши геополитические противники, к сожалению, давайте называть вещи своими именами. Вашингтон является для нас именно геополитическим противником. Выступает против военного противостояния. Все стороны, которые каким-то образом могут быть причастны к ситуации в регионе, выступают сегодня за то, чтобы проблемы решались за столом переговоров. Очень надеюсь, что удастся эту опасную ситуацию избежать, удержать в руках и избежать тем самым большой войны. Два подъезда оказались разрушенными в многоквартирном жилом доме в Нижнем Тагиле. В результате чрезвычайного происшествия погибли два человека, еще 13 получили ранения. Семеро из них, в том числе 4 ребенка, госпитализированы. По предварительным данным, причиной стала некачественная работа систем ЖКХ, повлекшая взрыв газовоздушной смеси. Как известно, эта проблема стала главным предметом жалоб граждан, принявших участие во всероссийском опросе ЛДПР. Что касается внутренней политики, действительно, нам удалось не только в Государственной Думе, нам удалось сегодня плечом к плечу действительно выстроить всех, выстроить в хорошем смысле слова, кто за победу, кто помогает фронту, кто делает все возможное для укрепления национальной экономики и социальной политики. И здесь усилия ЛДПР в сфере преодоления демографического кризиса, в сфере решения проблем жилищно-коммунального хозяйства. Геннадий Андреевич, у нас в ряде регионов, к сожалению, магистральные сети еще советского периода изношены на 100%, и поэтому у нас размораживаются дома, и поэтому у нас непонятные вещи происходят с тарифами, у нас непонятные вещи повсеместно происходят с капитальным ремонтом. Поэтому сегодня отладили работу с правительством, которое мы сформировали именно в ходе весенней сессии Государственной Думы. И сегодня работа наша с правительством гораздо более тесная, гораздо более эффективная. Да, мы не всегда друг друга слышим с
первого захода. Так и должно быть, особенно для предложения оппозиционных партий. Но, тем не менее, эта работа, если сравнивать с тем, что было несколько лет назад, значительно конструктивнее, поэтому будем работать над тем, что нам поручили люди в ходе всероссийского опроса населения «Скажи Слуцкому правду», в ходе депутатских приемов, которые проводят депутаты ЛДПР всех уровней каждый месяц. Сегодня количество обращений, которые приходят к нам, уже измеряются сотнями тысяч. И мы незамедлительно отвечаем и на единичные проблемы. Сегодня, как предсказывал великий Жириновский, действительно настало время ЛДПР, партии, которая всегда работала на людей. Поэтому то, что сегодня ЛДПР возрастает и прирастает членами партии, это не отражение какой-то конкурентной борьбы. Это отражение доверия людей, и нас волнует, чтобы в оставшиеся два года до выборов в Государственную Думу 9-го созыва, каждый день, каждую неделю и каждый месяц, мы работали в большей степени для людей, для решения тех очень непростых задач, которые они нам подсвечивают, которые они нам поручают. В последнее время в интернете разгорелась дискуссия по вопросу возможной блокировки популярного видеосервиса YouTube. Поводом к обсуждению стало заявление Роскомнадзора о начале работы по замедлению работы сайта. Как отметил председатель Комитета Госдумы по информационным технологиям Александр Хинштейн, российские власти вынуждены принимать подобные меры в ответ на недружественные действия компании Google, которая является владельцем социальной сети. Две основные проблемы. Первое, то, что YouTube сам и владелец этой компании, этого сервиса, ушел из России и не соблюдает российское законодательство. Помимо того, что они не соблюдают российское законодательство, они, естественно, не осуществляют никакую техническую поддержку, не обслуживают свое оборудование, которое находится в, ну, собственно, в дата-центрах на территории Российской Федерации. Естественно, нарушаются определенные алгоритмы. Даже если часть оборудования находится за границей, ну, все равно межсерверная связь должна быть, должна поддерживаться, должны протоколы обновляться. То есть, соответственно, это все не происходит по причине, собственно, наших западных оппонентов. И мы здесь абсолютно не видим никаких возможностей самостоятельно что-то исправить, ни технически, ни юридически, ни тем более финансово. Еще раз подчеркну, они даже финансовые, естественно, никакие взаимоотношения с территорией Российской Федерации, с компаниями, с бизнесом, с своими партнерами, с оппонентами не ведут. И поэтому здесь, конечно, замедление идет именно с точки зрения того, что просто износ оборудования, не обновление всех необходимых протоколов, софта. Ну и, конечно, второе, что тоже, наверное, приводит к определенным сложностям, это то, что Роскомнадзор все-таки тестирует различные возможности для блокировки запрещенного контента. Это, мы знаем, касается разных социальных сетей, и YouTube здесь не исключение. Он многократно, если не сказать, что десятки и сотни раз ежедневно, еженедельно нарушает действующее российское законодательство. И, конечно, постепенно, по мере появления в России аналогов YouTube, конечно, YouTube постепенно будет, наверное, не только замедляться, а вообще отходить на второй план, и на его место придут современные российские аналоги с большим количеством контента. Вот это основная проблема, то, что весь контент на сегодняшний день находится на площадках, на серверах YouTube, и, конечно, наши граждане не могут единомоментно потерять такой огромный пласт различной информации, там не только развлекательный, но там и научный контент, там много чего полезного и для наших граждан в первую очередь. Поэтому, конечно, мы будем всячески способствовать тому, чтобы переход с западных площадок на российские площадки был очень плавный и гармоничный. За 2023 год количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности составило более 2500. Это в три раза больше показателей предыдущего периода времени, отмечают эксперты. Вопросы законодательного регулирования использования самокатов накануне обсудили на круглом столе Сенат Государственной Думы с участием представителей сообщества автомобилистов. Итоги рабочей встречи подвел Ярослав Нилов, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Все те вопросы, которые здесь обсуждаются, они имеют практическое продолжение. Далее мы направляем обращение в различные министерства, ведомства, предлагаем скорректировать правила дорожного движения. Сегодня больная тема – это самокаты, это средства индивидуальной мобильности. Мы запустили этот вопрос.
Есть предложение ввести ограничение скоростное не 25 км в час, как сегодня, а 10, максимум 15. Тогда на аппаратно-программном уровне, если ограничения эти ввести, то меньше будет травм, меньше будет опасных ситуаций, меньше будет аварий. Вопрос, связанный с страхованием ответственности водителей таких новых средств индивидуальной мобильности. Им ОСАГО не нужно, но они провоцируют дорожно-транспортные происшествия, они врезаются в машины, они травмируют граждан, и компенсировать они должны. Каким образом? Через добровольное страхование. Если ты берешь в аренду самокат, ты можешь застраховать, но не каждый страхует. А это должно быть обязательной опцией. А если курьер? Посмотрите, как развиваются сервисы доставки. Огромное количество курьеров. Это хорошо, это удобно, это выгодно. Но сколько негатива из-за этого? Из-за того, что они повредили бампер, врезались в крыло, сбили пешехода, повредили кому-то дверь, помещений и так далее. За них должна платить страховая компания. У них небольшой заработок, они самозанятые, иностранные граждане в основном. У них нет возможности полноценной компенсации. А в рамках гражданско-правовых отношений это можно десятилетиями из них получать копейки и так и ничего не компенсировать окончательно. Поэтому, подводя итоги, надо сказать, что мы успешно работали. Мы постоянно находимся на связи, у нас есть общий чат, мы обмениваемся, обсуждаем. Темы, которые поднимаются, мы тут же, обсуждая, направляем необходимые обращения, письма, вносим проекты законов. Вопрос, связанный с лекарственными средствами, которые запрещено употреблять за рулем, до сих пор остается острым и открытым. С одной стороны, мы получили перечень из Министерства здравоохранения, с другой стороны, этот перечень носит рекомендательный характер. Проект закона, который был правительством внесен, так и не рассмотрен Государственной Думой. Официального перечня нет, но есть пугающая статистика, когда водителя могут за употребление лекарств лишить права управления транспортным средством. Вопросы, связанные с агрессивным вождением. Наконец, спустя 10 лет, мы вышли на решение, правительство нас в этой части поддержало. Мы приняли в первом чтении законопроект, который разработали на данной группе, и этот законопроект направлен на то, чтобы дать дополнительные возможности обжаловать штраф водителю. Вопрос, связанный с ОСАГО и отсутствием у многих полиса ОСАГО. Сегодня будет работать в скором времени система фото-видеофиксации, которая будет проверять наличие полиса ОСАГО, привязанного к конкретному автомобилю. Но здесь должен быть разумный подход. Можно камеры наставить так, что автомобиль проехал километр, и автомобиль можно за долги забирать, потому что камеры выписали штрафы, соответствующие суммарный штраф соответствует стоимости автомобиля. Это неправильно. Один раз в сутки, не чаще. Тонировка. Недавно Государственная Дума приняла закон в первом чтении, связанный с усилением ответственности за скрытые номера. Конечно, это все делается в интересах тех, кто обеспечивает работу системы фото-видеофиксации, но одновременно с этим мы нашим экспертным сообществом дали свои предложения, как доработать законопроект так, чтобы он был нормальный, чтобы не было злоупотребления, не лишали прав тех, кто потерял номер из-за того, что авария, сильный ливень, из-за того, что так произошла ситуация, что номер невозможно прикрепить на положенное место, а номер находится под стеклом. Машину же можно идентифицировать, но при этом штраф вплоть до лишения. Это ненормально. После принятия закона об индексации пенсии работающим пенсионерам следующим шагом должно стать устранение трехбального ограничения, считают ЛДПР. Как известно, трудовая пенсия россиян сегодня состоит из страховой и накопительной частей. В страховую часть входит 22% от зарплаты работника, который перечисляет социальный фонд работодатель. В то же время размер выплаты определяют пенсионные баллы, начисляемые в зависимости от рабочего стажа, зарплаты и возраста выхода на пенсию. Таким образом, в течение года работающие пенсионеры могут накопить всего лишь 3 балла из 10 возможных. Очень важный закон был принят по индексации пенсии рабочим пенсионерам. ЛДПР много лет вносила законодательные инициативы, связанные с индексацией пенсий. Под разными мы углами, так скажем, зрения рассматривали эту проблему. Десятки законодательных инициатив были внесены. И, наконец-таки, это решение было принято. Но нужно идти дальше. У нас работающий пенсионер может, так скажем, заработать не более 3 пенсионных баллов. Мы считаем, что это слишком мало. Необходимо увеличить количество баллов, которые может заработать работающий пенсионер, до 10, то есть сравнять. Таким образом, они смогут увеличивать, так скажем, свою пенсию за счет того, что они вносят вклад в наше государство, работают.
И мы считаем, что так будет справедливо. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей смотрите на наших YouTube и Рутюб-каналах, а также в телеграм-канале ЛДПР ТВ. До свидания.